Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодняшнее видео я назвала «Ажурный металл». Почему я так назвала? Потому что мы сейчас в отпуске эти 5 дней, эту неделю, и мы ездили в IKEA, чтобы купить стулья. Но так как кухонный отдел, они подготавливают к новым разным новинкам, стульев не оказалось, и они нам предложили приехать завтра или в четверг. И мы, скорее всего, приедем в четверг вечером. Это будет надежнее. Они обещали хотя завтра, в среду, но тем не менее мы поедем в четверг. И что же мы сегодня купили? Мы съездили не зря, как я считаю, и мы купили, как я уже сказала, ажурный металл. Что же это такое в моих понятиях? Я вам сейчас покажу. Это вот такая вот подставка или держатель салфеток. Очень крепко, надежно и красиво сделан из металла. Но посмотрите, какой он ажурный. Мне очень понравилось. У меня как раз не было такой держалки для салфеток. Я сразу ее взяла. Ну, а еще кое-что я приобрела в другом отделе. Это я называю тоже ажурный металл. Это действительно металл. И я мечтала о таком блюде или разносе. На нем можно подносить кофе с завтраком на кухню, где мы обычно завтракаем. Или, например, просто заложить это блюдо фруктами, когда придут в гости. Ну, в общем, мне это блюдо всегда было нужно. И наконец-то я его приобрела. Такое нежное, романтичное, ажурное, ну просто кружевное. И та-да-да-дам, не менее интересное. Вы, наверное, уже знакомы вот с такой вот небольшой тарелочкой, подсвечником, который я тоже сегодня приобрела. Как видите, у меня все в ажурных таких вот воланчиках или кружевах металлических. Эта подставочка или тарелочка будет служить мне и для бижутерии, и для свечи, и, может быть, какие-то подделки я сюда положу, и цветы. В общем, я влюбилась в эту маленькую-маленькую тарелочку и решила ее приобрести. Небольшой подсвечник пришелся тоже, кстати, он подходит как раз-таки к моим вазочкам и к разносу. Тоже можно вовнутрь поставить такую свечку электронную и будет освещать немножко интерьер. И еще, наверное, мечта многих, это такая красивая ваза, она ажурная. Я как-то хотела сделать такую из кружав, просто приклеить ее на вазу, на прозрачную. Ну вот она попалась, это металлическая кружная ваза. Очень красивая, очень изящная. И теперь вы, наверное, поняли, почему я назвала металлические кружева это видео. Все это стоило недорого. Как недорого стоила вот эта вот хрустальная вазочка. Она такая мимимичная, мне тоже очень понравилась. И я ее буду использовать в своей рабочей комнате. Я сделаю с нее и вазочку, и подсвечник. Ну и еще что-нибудь, может быть, даже ножку, для того, чтобы она держала вазу для сладостей. Ну, не знаю, я придумаю что-нибудь. В общем, она мне тоже очень-очень понравилась. У ней такая структура, как кожа крокодила. Просто прелесть. Я не могла пройти мимо. Я, конечно, не буду перечислять, что сколько стоит, потому что цены у нас разные в разных странах. Ну, факт то, что мне очень-очень это нравится, и мне это нужно. Поэтому я еще раз повторяю, у меня вот такой таблет, то есть разнос, или, скажем, блюдо для фруктов, высокая ваза. Все это сделано из металла. Маленькая красавица, которая мне очень-очень понравилась. И вот такая вазюлечка,
Я буду использовать, я не знаю для чего, карандаши можно поставить косметические, можно туда цветочки маленькие, можно свечку, что угодно. Посмотрите, здесь есть дырочки, поэтому электрическая, электронная свечка будет очень-очень красиво выглядеть и будет создавать такой таинственный эффект, отражаясь на ваших стенах. Все это мне очень нравится. Это повторение, в общем, большого вот такого вот стиля. Все такое маленькое и похожее на то, что слева. Но и еще, как я сказала, держатель для салфеток. Он особо милый. Здесь розы, и можно вставить разного цвета салфетки. И вот этот милый хрустальный подсвечник. Или ваза. Ну, в общем, он где-то 18 сантиметров. Мне тоже он очень нравится. Я буду использовать в разных случаях. Хоть стулья мы не купили, вот здесь стоит коричневый стул. Мы такие стулья хотим белые еще взять, чтобы соответствовало вот нашему комоду, который вы видите сзади. Два белых, два коричневых. Я думаю, это будет просто прелесть в шахматном порядке. Потому что у нас и вот подсвечник тоже вот на тумбе. И часто что-то коричневое или шоколадное встречается у нас здесь вот в нашей любимой столовой. Так что, девчата, я дальше вам покажу, что же мы купили. Потому что мы еще раз поедем. Это не так далеко. Это 20 минут отсюда, от нашего города. И поэтому мы съездим. И, как обещали нам, стулья будут. Так что привозите деньги. Мы поедем еще раз и надеюсь, что мы купим стулья. Так что следующее видео не заставит себя ждать. Пожалуйста, заходите, смотрите, кому интересно. И еще похвалюшки, мои суккуленты живут и здравствуют, им очень-очень хорошо. Вот они так выглядят красиво. Ну, я не думаю, что они долго у меня продержатся. Я их пересажу опять на дачу, потому что у нас на балконе завтра будут красить. Они положили пол. И выглядит это вот так. Тут немножко прошел дождик. Ну а завтра будут красить и белить, потому что у нас балкон выглядит просто катастрофично. Ну, на сегодня все, что я хотела вам показать, чем познакомить, порадоваться вместе с вами. Поэтому я прощаюсь с вами, говорю вам до скорой встречи. И заходите на мой канал. Мы вместе с вами что-то еще поделаем. Хорошего вам дня или вечера. Всего-всего самого лучшего. Будьте здоровы. Пока.